Вот так вот нам сделали лапку. Вот так вот мы прихрамываем. Но уже гораздо лучше, чем вчера. Сейчас будем кушать. Да, маленький? Лапка очень мешает, конечно. Так он ее назад отставляет. Ничего, ничего, кушай, малыш. Аппетит неплохой. Кушаем вот крольчатину. Вот он пошел на горшочек. Это плотный мальчик, даже с больной лапкой. И неудобно. Горшок мы вчера перевернули. Но все равно мы идем, как положено, в горшочек. Сигизмунди. Топотушечка моя. Топотушечка. Ну ничего, малыш. Через 2 недельки все снимем. Мешает. Да. Ты мой хороший. Ты мой хороший котенька. Терпеливый мальчик такой. Терпеливый покладистый ребенок. Первый раз сейчас будем смотреть, что. Вот мы сняли основной бинт. Сейчас будем разбинтовывать такой фиксирующий валеночек. И будем смотреть, что там у нас так осторожно. Давай сейчас хлоргексидином. Да, он немножечко там прилип. Так. Все, стоп, стоп. Отмачиваем. Так, сейчас самое главное отмочить вот этот пластырь. Мы сейчас отмочим, отмочим маленьким, отмочим. Больно не будет. Не будет больно, не будет. Ну, потихонечку, ты же знаешь. Цыпушка пришла, переживает. Вот рядышком сидит очень. Ему с мамой страшно, и нам страшно, ему страшно, да. Кусит-то кусит. Кусючий. Ты от страха скажи. Я не понимаю, что. Нет, там не прилипло. Вот он кровит. Так, вот мы сейчас покажем. Вот так вот у нас, да. Все, вот все маленький, вот. Все. Сейчас мы тебе перевяжем. Ничего больше тянуть не будет, малышу, ничего, да. Вот сегодня как раз тот день, когда надо делать перевязку. Вот через Мунди сделали перевязку первую после операции. Все, конечно, там прилипло, но это нормально. Сигуля, он такой терпеливый, он уже знает, у него уже 4-я лапа. Он уже намаялся, намучился. Ну вот наступает, неудобно, конечно. Молодец, Сигушка, молодец. Ложимся на любимое место, давай, да.